What the fuck? Кукла Вуду, короче, ожила. Что это вообще за... Она еще и танцует. Она еще и танцует. Опа, она. Да ладно. Это реально какой-то сюрреализм просто. Воу-воу-воу-воу-воу, погоди. Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и внезапно у нас рубрика «Бесплатные игры», а смотреть мы будем хоррор-инди-игру под названием «Дом алхимика», что ли, я так вот понимаю перевод этот, вот, или «Алхимический дом», или «Алхимика дом», короче, какой-то дом, связанный с алхимией, вот, ну, уровень английского у меня бог, короче, поэтому вы все это знаете, и... Посмотрим эту игру, с чем ее едят, что и как и где. Вот. Итак, у нас очень громкая музыка, слова всякие. Короче, игра на английском, вот. Так что будет очень интересно и ничего не понятно. Как-то так. Отзывы в Steam, в принципе, во. И под этим видосом тоже ставим во. Также можете комментарий написать, там черкануть что-нибудь, мне будет интересно почитать. Вот. Короче, типа, может, это мой лучший день, что ли, или что-то такое, короче, написано было. Итак, окей. Дом алхимика. Игра, короче, на движке Unreal. Там, как он называется, Unreal Engines, короче. Окей, лодинг, и все заляпано. Все заляпано кровью. Отлично. Все уже как по хоррору, как по канону должно быть. Так, ладно. Окей, мы появились. И после что-то громкой такой музыки, что-то тишина такая. Окей, чувак сидит. А что такой маленький-то? Я что, гном? Я реально гном, что ли? Или я сижу? Нет, смотри, я прыгаю. Вот садится. Я реально такой маленький, что ли? Окей, ладно, мы в доме, типа написано, короче, игра короткая, поэтому мы, наверное, уложимся в один видос, вот. Так, что там, талк, поговорить, короче, с ним надо, да? Давай поглаголим с тобой. Welcome to my house. Какой он, poor boy. I hate the people outside. Я вижу твои ноздри. They are all mean. Я вижу твои зубы. Like you, I also lost my family. Что-то моя семья. I also had a very tough time. Okay. Короче, кто знает английский, те well, давайте там сами переводите. Можете также да, в комментах написать там, о чем, что, как. Потому что я, наверное, want. Ни хрена не пойму. Окей. И все. Все, ты поговорил? Че улыбаемся? Такой вообще забавный чел. А куда он исчез? Эй. Он что-то мне сказал, короче, про свою семью, там что-то про время какое-то, и, короче, исчез. Окей, ладно, давай посмотрим, что у нас. Всякие бутылки, пузыри. Я такой маленький, реально, ты посмотри. Карлик просто. Ладно, за карликов мы еще не играли. Да. Ну, так, бочки всякие. Бочки, стулья, скамейки. Опа, бегаем, смотри. Реально топает, как этот, знаешь. Может, мой ребенок? Реально, может, мой маленький ребенок? Так, смотри, пожрать. Ух ты, какая куропатка. Опа, чувак, смотри, сидит. С ним опять поговорить надо? I'll serve us some food. Нифига он так. Я что-то сам food, короче, он там что-то ест. Он или готовит еду. Че он там сказал? Короче, смотри, еще одна. Причем такая здоровая, да, там прям просто курица, всем курицам курица, короче. Это петух, наверное, да? Или утяка, утка. Так, ладно. Опа. Fire. Огонь. Опа, исчез. Погоди. В смысле? Так, ладно, давай здесь посмотрим сейчас, что у нас здесь есть еще такое. Или дверь. Здесь спальня. Угу. Спальня, это хорошо. Но поспать мы не можем, короче, кровать не заправлена, да? Ладно. Полочки пустые просто. Так топает вообще жесть. Так, ладно, а здесь у нас что, стена? У нас есть фонарик там или что-нибудь, чем мы можем... Блин.
Так быстро, короче, это. Мышка реагирует. Так, ладно. Что там? Файр. А что, мне наверх не залезть? Мне наверх не залезть. Так, погоди. Что там про файр было написано? Погоди. It will take some time. You can go to the fire and warm yourself up. Короче, он, наверное, что-то... Oh, it would be great if you could add some wood to the fire. Ну, короче, что-то про огонь рассказывает. Надо что-то с огнем сделать, наверное. Погоди, у нас тут высветилось, короче, это синий, да, огонек. Он был вот здесь. Может, мне взять доску? Да, реально, ты что, смотри, доску взял. Так, доска. Зачем нам доска? Подкинуть огоньку, что ли? Вот. Погоди. Вот это лес вообще. Так, а что у нас? Журнал. Опа. Welcome, welcome. И все. У нас супы ковырятся. Так, ладно. Журнал, да, понятно. Как-то инвентарь, там, не знаю, как мы можем что-нибудь выбрать там. Че-то вообще какая-то дичь. Погоди. Ну, доску я взял, да. Доску. Ему может принести доску надо? I'll serve us some food. Нет? Погоди. В смысле? А чё мне делать-то? Чё мне с доской там с этой делать? По щам ему дать? Блин, это же инди-хоррор. Не должно же быть вот так вот замудрено все или что там. Инди-хоррор должен пугать. Опа, погоди. Бревна. А чё здесь? Какие-то подсказки, короче, выскакивают, но я на английском ни хрена не понимаю. Здесь вот надо что-то сделать. Лук. Угу. Погоди, может выйти? Дверь из локет. Что-то холодно. Да? Здесь холодно. Что-то я ни хрена не понимаю. А как? У меня есть доска, короче, и как ее выбрать? Я не понимаю, как мне выбрать меню? Нет. Может, какие-то кнопки, не знаю, работают, не работают. Так, погоди. Я могу только садиться, короче. Прыгать, бегать. Может, еще какая-то доска здесь где-то лежит? Ну-ка, давай здесь взглянем. Может, здесь какая-нибудь доска лежит? Какая-то дичь. Ух ты. Ночное небо, смотри, там звездочки. Короче, я, короче, щелкал тут эти, блин, кнопки. Короче, я нажал на единицу, и у нас выделилась доска. Вот я теперь подложил. Твою мать, где обучение? Как я должен был догадаться, что нужно нажать на единицу и... Потом только использовать доску. Как? Где, мать его? Это типа управление-то. Окей. I'll serve us some food. Короче, он. Я не понимаю, он, короче, он либо жрет, либо. Он не жрет. Ты жрешь? Нет, он не жрет. Он, короче, либо готовит еду. Вот, не могу понять, короче. Ладно, я подкинул дров в костер. И, наверное, уже стало тепло. Да, смотри, стало тепло, я могу пройти. Окей. Это что? What the fuck? Ты кто такой? Что ты? Что ты такое? Короче, взял какую-то куропатку. Курицу-куропатку. Так, что, дверь закрыта? Ладно. Дверь закрыта, а чё? Опа, смотри. Снова огонек. Так. What the fuck, это чё? Выпить не выпить? Или чё? Да, давай бухнем. In life you will learn there are many things that are out of your control. Давай, лысик, с тобой. Others will confuse выпьем. Your goodwill. Выпьем. Он говорит, короче, когда я пьяный, я буйный. I persevere. Sometimes I blame myself.
but it didn't change anything. I had to carry on with life. Короче, что-то в катсценах ты немного видишь, да, притормаживает что-то. Cheers. Ладно. To a new, better life. Давай уже пей. Задрал. Я бухнул, и ты бухни. Ты меня уважаешь, а? Ты меня уважаешь? Яблочком закуси. Ни хрена себе яблоко. Просто как... Опа. Он набухался и уснул, что ли? Давай еще раз. Он спит. Набухался и уснул. Так, ладно. И что нам теперь делать? Искать, наверное, синий огонек, короче. Надо искать синий огонек. Ты здесь? Нет, я здесь нет. Погоди. Наверное, может наверх пробраться? Теперь можно открыть дверь? Нет, закрыто. Я теперь, наверное, могу уйти. Нет? Я его напоил, короче, и могу уйти из дома. Нет. Так. В жаре-то разморило, наверное, чувака, да? Окей. Стул. Парень, надо было закусывать. Понял? Надо было закусывать. Так. Он спит. Он спит, короче. Так, погоди. Опа. Я, короче, выделил, да? Он спит. Нет. Я выделил, короче, и что мне это дало? Может, в стакан окунуть куропатку? Нет, дай-ка. Он спит. Может, идти сюда в стакан окунуть куропатку? Да что? Почему так сложно-то все? Почему так все сложно? Погоди. Что у него? Магикал? Магикал Блу. Свинник. Фейс, что-то там, короче. Непонятно вообще, что-то она какая-то такая тугомотина просто. Так, ну, я... У меня ничего, короче, не высвечивается больше. Никаких действий. Может здесь, может на кровать надо... Опа. Сейчас что-то будет. Сейчас скримчанский будет. Здесь вот без скримеров, вот по-любому, наверное, не обойтись. Погоди. А, это не я. Wall. You didn't trust me. Я же говорю, стримчатский должен быть. Это катсцена, я не могу управлять. Это зомби? Ты зомби? Ты кто? Ты зомби или тебе плохо? Или это... А! Это, наверное, наш чувак, короче. Он перебухал. И... Он перебухал, смотри, в припадке теперь бьется. Он уже сказал, что я когда выпью, я буйный, короче. Окей. Так, погоди. Ты кто? С тобой можно погодить? Можно потрогать? Нет, слушай, вот так игра... Хорош. Опа. Так игра, смотри, работает нормально. Вот катсцена что-то, да, тут подтупливают. Так, погоди. Хей! Here, look at me. Посмотри на меня. Ну, я смотрю на тебя. Данжи Роуз. Погоди. Он мне что-то рассказывает, да? Вот этот синее пламя что-то рассказывает мне. Апстер. Опа, исчез. Так. Окей, исчезло. А с этим чуваком у него все, эпилепсик. Окей. Опа. Believe me. Believe me, это поверь мне, да? Или что это? Нет? А где наш? Ну, я говорю, это наш, короче, этот чувак. Он перебухал просто. Окей. Здесь тепло. Здесь все хорошо. Может, еще раз выпить? Почему? Че? Ты кто? Хорош петь. Ты кто? Это что? Ключ, ю? Ни хрена себе ключ. Таким ключом можно и убить. Так, на двоечку. Получается, если я нажму на двойку, то она выделится. Да? Я прав? Да, ключ выделился. На двойку. Я понял, короче, ключ это вот от той двери. Ладно, погнали. Все, отлично. Так.
Кстати, ключ не исчез, смотри. Это что-то стоит или это что? Ты кто? Что это такое? А, нет. Это колесо. Это колесо. Так, ладно, побежали. На синий огонь. Воу! What the fuck? Зачем так пугать-то? Так, ладно. Сейчас смотри, сейчас опять будет. Ну, бум. Ну, бум. Давай, бум. Дискример. Там, смотри, вначале... там что-то сидит. Там что-то шевелится. Это кто? Ты кто? А он мне рукой машет, что ли? Что это? Погоди, а если я туда пойду? Она ко мне пойдет? Это что, рожа? Ты кто? Кто ты такое? Смотри на него. Ну нахер, короче, нет. Я не хочу. Я не хочу, короче, туда идти. Оно меня убьет. О! Так, хорош. Оно меня убьет, короче. Тихо, 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 тихо. Короче, мы куда-то идем, это лабиринт какой-то, да? Опа. Опа. Так. Я так понимаю, нужно идти, короче, за синим вот этим огоньком. И он нас увидит. Стены из мяса, что ли? О, блин. Что здесь творится? Что это такое? Кто это сделал? Я выдохся. Кто-то рыгает. Есть тут живой? Погоди. Тут что-то открыто, тут закрыто. Тут ящик. А в ящик надо положить надо куклу. Я же сказал. Да. Погоди, я положил куклу. Ну хорош. Сюда? Ладно. Как скажешь. Опа. Это, наверное, там очнулся, опять бухает, видишь? Что, блин? Что за дичь? What the fuck? Кукла Вуду, короче, ожила. Что это вообще за... Она еще и танцует. Она еще и танцует. Опа-на. Да ладно. Это реально какой-то сюрреализм просто. Воу-воу-воу-воу-воу, погоди. Че за дичь? Это реально дичь какая-то. Не, что-то не хочу уже здесь оставаться, короче, надо валить просто с этого дома и все. Поначалу как-то было уютненько, да, костерчик нам пожрать готовили и выпить предложили, а сейчас какая-то дичь началась. Короче, я так понимаю, вот это вот... Вот это вот, оно теперь будет шариться здесь. Мне нужно от него будет убегать, короче, прятаться, наверное. Как обычно, да? Давай резко повернись. Нет? А ребенок, посмотри, блин, пузатый, да? Такой, блин. Он кормит хорошо, наверное, его здесь. Но. Так, погоди, появился журнал. А, все. Я думал, это все это. Так, окей. Где у нас огонек? Огонек-то куда-нибудь. О, вижу. Хорошо, погнали. Я, короче, положил куклу. Кукла потанцевала, и потом вылез, короче, большой. Ты кто, блин? Что это? Короче, бред какой-то просто. Вы кто такие? Окей. Они все одинаковые, все на одно лицо. Что? Мне кто-то сделал на ухо. Так вот, знаешь. Так, ладно, погнали. Тихо, тихо. Сзади никого. Она на меня идет, смотри. Мне туда вперед идти? Меня убьют или нет?
исчезла. Ну, в принципе, просто идти вперед, короче. Это, знаешь, такой вот, не знаю, ну, не симулятор ходьбы, ну, просто симулятор идти вперед, знаешь. Смотреть всякие кат-сцены и ловить скримчански. Не надо ни от кого убегать, я так понял, да? Сражаться, там прятаться. Хотя не факт, смотри. Здесь детские кроватки. Я вот не понимаю, почему я такой маленький. Я тоже пупс? Я тоже ребенок? Смотрим очередную катсцену. Сейчас опять какая-то дичь будет, наверное. Просто вылезет сейчас какая-нибудь шалупень. Мертвая няня или это мама, наверное. Призрак, да, наверное? Алхимия, она же, блин, связана с всякими вот этими оккультными всякими вот этими штуками, короче. Это же, по-моему, философия. Не, философия, наверное, нет. Оккультизм, да, алхимия. Алхимики же искали вот этот, как его, философский камень, по-моему, да? Чтоб, типа, бесконечную жизнь или что он там? Философский камень, он, короче, превращал золото. Хорош орать. Да хорош. Когда... Прекрати. Хорош. Ну. Что-то она вообще какая-то кривая вся. Так, ладно. Все, она исчезла. А нет, смотри. Тихо. Тихо, тихо. Это была катсцена, я ничего не смог сделать. Нечестно. Должен появиться, типа, журнал там, и я должен управлять. Твою мать. С утра в такое увидишь, и охренеешь просто. Даже вот этот пупс, короче, он больше меня, прикинь. Мне такое ощущение, что с каждым разом я все меньше и меньше становлюсь. Короче, злая балерина какая-то. Видишь, она даже пытается танцевать. Знаешь, она похожа на куколку на этих, на шкатулках бывает. Ни хрена себе. На шкатулках бывает, которые крутятся там, типа, на одной ноге стоит. Она похожа, да? Только рожа не такая. Ну и рожа у тебя шарапок просто. Они, знаешь, как пластилиновые такие, да, похоже? Че, танец робота, что ли? Танец робота, да. Как-то звук отстает. А, катсцены немножко, да, такие лаганутые. Не, ну, конечно, катсцены просто долгие, просто долгие. Ты 5 минут бегаешь и полчаса смотришь катсцены, короче. Не, ну сделано все равно жутковато, знаешь, ну, реально, как пластилин, да, такое? Пластилиновое, но сделано жутковато. Оно что, сгорело? Что, мать твою, происходит? Что я сейчас смотрю на экране просто? Что сейчас? Ты кто такой? Что это? А, это тот чувак, короче, набухавшийся, который. Он меня спас. Надо бежать. О, бежим за гусем. Нифига, она просто как этот, знаешь... Как ниндзя просто. На улицу. Мы выбежали на улицу вот так просто. Блин, звуки какие-то, конечно, резкие и громкие. И никаких просто настроек, никаких вообще ничего нет. Чтобы убавить там, знаешь, или что-то эти. Звук, допустим. Он какой-то резкий и просто по ушам бьет. Все, обиделся.
Не обижайся, чувак. Мы еще, может быть, увидимся. Когда-нибудь. Да, кукла, конечно, веселая. Кукла повеселила, нормально. А что это за синий огонь? Кто это такой? Все? Thank you playing. Все, что ли? А типа вот так? Ну, короче, типа вот так, короче, друзья, типа вот так. Здесь еще есть, смотри, load game загрузка, короче, ну, я не знаю, здесь сохранки-то вообще, как тут сохраняться или что тут делать, непонятно. Может быть, здесь какой-то есть, знаешь, там, если бы я выбрал, допустим, не пить, не бухать, может, что-то по-другому бы происходило, тоже непонятно, вот. Ну, ладно, смотреть-то мы не будем, вот. Просто посмотрели, что из себя представляет вот эта вот игруля. Ну, она бесплатная. В принципе, для бесплатной неплохо. Какой-то просто дичь такая, сюрреализм. Ну, можно было бы подлиннее сделать, да? И, в принципе, я вот ни черта не понял, что сейчас произошло. Ну, из-за того, что, наверное, то, что я английского не знаю, там, может, сюжет в этих диалогах, вот. Кто понял, пишите в комментариях, вот. Ну, и с вами был Валерий Хаус. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, на Инстаграм, пишем комментарии, вот. И всем побольше букашенек, и пока!